Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Акамарачи, и это записки сумасшедшего рыболова. Новая рубрика в русской рыбалке 4. Потому что все снимают одно и то же, однотипно и очень много различных видосов, гайдов и всего остального. Поэтому я решил заснять что-то оригинальное. Сегодня мы с вами делаем разоблачение на такую локацию, как на озере Старый Острог. Ловля густеры. Вот здесь у нас локация находится. Разоблачение, возможно ли поймать здесь густеру или нет. Сейчас мы с вами соберем три спиннинга, точнее донки. Итак, так как у нас густера рыба маленькая, но она очень сильно у нас дергает, ловить мы будем одной донкой, потому что больше мы с вами собрать не сможем. Ставить мы будем леску. Так, 3,9, нет, надо поставить помощнее, 4,8 килограмм надо поставить обязательно. Так, у нас индикатор, грубо говоря, есть, есть, прикормка у нас нету. Так, флюорокарбон 2,3, не забываем, густера, рыба мощная, как титан. Когда она дернет, удочка сгибается в 4 погибели, поэтому материал ставим сталь, диаметр 0,25, такую, чтоб, знаете, ух. Крепкую, 6 килограмм по-любому. И плевать, что рыбка идет до 600 грамм. Дергает она очень сильно. Крючок средний. Здесь, я думаю, надо поиграться. Здесь надо, думаю, поставить крючочек поменьше. Рот все-таки у рыбки маленький. И наживка. Советуют ловить на этот, скажите мне, на карамель 8, на бойлике. Давайте поставим ее, не будем сильно выделываться. Все поставили. Собрать можем только одну снасть, потому что поводков, увы, нету таких. И, естественно, лески прям такой нет. Берем в руки. Нам главное сказать, что здесь можно поймать густеру. Кидать нужно в яму 2,5 метра. И, естественно, нам нужно ставить клипсу побольше. Думаю, метров 20, да? Ну, даже, наверное, 30 поставим. Хоть мы столько и не кинем, но поставим 30. И теперь, так, что у нас? Да, у нас все четко. Шпуляем, ребятки. Шух. Одна единственная неповторимая донка у нас была заброшена. Ставим ее на рогатку. И будем дожидаться, естественно, первой поклевки. Я надеюсь, она последует очень скоро. И надеюсь, что густера у нас поймается. Ожидаем. Дамы и господа, прошло несколько часов игрового времени, и у нас нет ни единой поклевки. В чате вы можете наблюдать, что люди таскают густеру и другую рыбку. У нас же ни капли не сгибается удилище. Вообще ни капли. И ни капли не дергается леска. Надо что-то менять. Я думаю бросить вот сюда, где кусты. Ну, вот сюда, вот туда. Хотя, знаете что, раз рыба мелкая, мелкая, то, я думаю, может быть, она будет прятаться в ряске возле берега. Надо закинуть сюда. Я думаю, где-то вот так. О, просто замечательно. Вдруг она ходит возле берега. Сейчас мы попробуем... Ага, так, не можем установить. Попробуем ее здесь выловить. Кто его знает? Может быть, они все так и ловят? А всем пишут, что клипса 20 номер. Сейчас... Так, я что-то лески, правда, не вижу. Сейчас мы подмотаем. О, все. Вот. И теперь будем ловить. Посидим еще пару часиков и посмотрим, удастся ли нам все-таки выловить нашу любимую густеру или же нет. Миновало еще несколько часов игрового времени, за которые не произошло ни одной поклевки. Люди в чате до сих пор ловят. Как вы думаете, почему они это делают? То ли у нас неправильная наживка, то ли у нас давление не такое. Глубина, ветер. Или может еще какие-то погодные условия? Я не знаю, дорогие друзья. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях.